Как начался год для промышленности республики и куда идти смотреть и пробовать новые сорта картофеля? Подробнее в репортаже с еженедельного совещания правительства республики. Где-то прибыло, где-то убыло. Так можно охарактеризовать ситуацию в промышленности республики в январе 2017 года по сравнению с январем 2016. Прибыло, например, в производстве автотранспортных средств, химических веществ и других. Но погода это не сделала. Прирост индекса промышленного производства по 11 видам экономической деятельности не смог перекрыть сокращение объемов в производстве пищевых продуктов, электронных, оптических изделий, электрического оборудования, доля которых в промышленном производстве составляет более 42%. Улучшение ситуации в промышленном комплексе республики по данным опроса предприятия ожидается в первом квартале 2017 года. Резервы у нас какие по промышленности? Год начинаем с падения. Мы ожидаем, что все-таки вот основные игроки, которые повлияли на снижение индекса в январе, в первом квартале и к концу первого полугодия уже выправят свою ситуацию. И это позволит вот нам достичь все-таки по итогам года 102,7% индекса. Хорошие новости озвучил Минфин республики. Бюджет я просто прочитал, там у нас какие-то фантастические цифры за январь. Республиканский местный бюджет в январе поступило 3 миллиарда 672 миллиона рублей против 2 миллиардов 693 миллионов рублей в январе прошлого года с ростом на 36,3%. Оптимистично продолжил и министр сельского хозяйства. В республике замедлилось производство мяса, однако ситуация должна исправиться. После некоторого простоя на проектную мощность должны выйти птицефабрика «Акашевская» и компания «Чувашбройлер». Также министр рассказала о предстоящей выставке картофеля. Она пройдет в Чебоксарах 2 и 3 марта. Выставка пройдет в выставочном комплексе «Контур». Заявку на участие в выставке подали 86 экспонентов на сегодняшний день из 22 регионов России. ВИИ – одна зарубежная страна, Республика Беларусь. Для участников и экспертов пройдут круглые столы и семинары. Для посетителей – презентации и дегустации. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.